Мур, привет, друг, ты слышишь Зверько? Победителем конкурса обновления 1.5.20 становится Коконат и получает приз стоимостью в 600 алмазов. Недавно я проводил опрос, убирать рубрику по обновам или нет. Проводил я ее в ВК и сообществе YouTube. Итого, 70% ВК, чтобы оставить рубрику, а чтобы убрать, 30% соответственно. В сообществе 55% голосовало, чтобы убрать рубрику, и 45% чтобы оставить. Казалось бы, странно, но почитав комментарии, можно понять, что многие голосовавшие против обновлений даже не подписаны на меня, а зачастую просто хейтеры. Поэтому рубрика остается. Еще одна важная новость. По каким-то причинам YouTube больше не пускает меня в новостную ленту. Возможно, за российский юмор и негатив. Хотя странно, свободной должна быть площадка. Поэтому пока придется закрыть конкурсы на обновлениях, простите меня. А вот конкурсы в гайдах на новых героев пока останутся. С юмором, ну, буду что-то думать. Теперь минутка спонсора нашего видео. Используй мои ссылки в описании под видео, чтобы скачать рейд себе на смартфон или ПК. Мне нравятся соревновательные игры, но этот год внес свои коррективы ковидом, и я не всегда могу отправиться на турнир или запустить мой ПК. И вот тут-то как раз подходит Raid Shadow Legends. Здесь я могу утолить жажду сражений. Режим битвы на арене. Здесь вы можете проверить свои силы против других игроков и добыть себе славу. Ежедневно миллионы игроков соревнуются в турнирах, участвуют в событиях игры, побеждая и завоевывая таблицу лидеров. Игра бесплатна как на мобильном устройстве, так и на ПК. Так что вы можете играть в любом месте и в любое время. А если тебе этого недостаточно, то уже открыта новая локация Кузница. Так что теперь ты сможешь сэкономить время и сразу же начать создавать высококачественные артефакты. А еще была запущена новая система продвинутых зданий с потрясающими наградами. Также были анонсированы несколько свежих чемпионов и новая локация Роковая башня в подземельях, которые находятся в разработке. Так чего же ты ждешь? Прямо сейчас переходи в описание под видео и качай рейд только по моим ссылкам. Каждый новый игрок сможет получить 100 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона секача в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только в следующие 30 дней. Итак, переходим к новостям обновления 1.5.22. Матильда показала себя как неостановимый убийца в поздней игре, поэтому получает нерф. Пассивка. Уменьшили базовый урон заряженной атаки. Было 150, будет 100. Магический бонус повысили. Было 80%, будет 100%. Первый навык. Перезарядку продлили. Было 6,5 секунд и 5 секунд, будет 7,5 секунд на каждом уровне. Повысили магический бонус с 50 до 60%. Ранее урон в одну цель снижался на 25% и 10%. Теперь будет снижаться на 60% и 30%. Стоимость в мане увеличили. Было 60-100, будет 90-140. И немного сократили анимацию навыка. Второй навык. Перезарядку уменьшили. Было 15-10 секунд, будет 13-10 секунд. Магический бонус к размеру щита увеличили со 100% до 180%. Также немного сократили анимацию. Ульта. Убрали первую атаку. Урон висп срезали. Был 64-80, будет 40-50. Бонус магической силы уменьшен. Было 20%, будет 10%. Магический бонус к размеру щита увеличен со 120% до 180%. И вот что получается. Герой скучный, но если держать фарм, то от ульты практически не скрыться. Поэтому закономерный нерф. Ив. Немного понерфили. Первый навык. Цена в мане была 45-80, будет 65-90. Ульта. Накинули времени перезарядки. Было 45-35 секунд, будет 55-45 секунд. И чуть добавили продолжительность замедления. 0,8 секунд было и будет 1,5 секунды. Обновленный Клинт также поймал нерф. Ослабили пассивку. Было 140% бонусного урона, будет 130%. Первый навык. Увеличили штраф для выстрела в одну цель. Теперь урон может снижаться вплоть до 20%. Обновленный Лапу-Лапу. Пассивки уменьшили щит. Был 450, будет 400. Ульта, первый навык. Уменьшили базовый урон. Был 350-550, будет 300-500. Бруно. Разработчики заметили, что перенерфили Бруно и усиливают его. Первый навык апнули. Базовый урон был
95-245 будет 120-270. Цена в мане 90-140 будет 75-125. А вот Бакси получил нерв. Пассивка. Уменьшение урона было 35 единиц, будет 25 единиц. Второй навык. Увеличили бонус к урону от вашего максимального ХП. Было 5%, будет 6%. Урон ульты понерфили. Было 50-70, будет 40-60. Но подняли бонус к защите пассивки. 75% было, а будет 140%. Но особо не радуйся, общая защита во время ульты не изменится. Белерик. Наконец-то разработчики взялись за его усиление. Атрибуты. Здоровье плюс 100 хп. Стартовый хп будет 2819. Прирост хп плюс 10. Теперь стартовый прирост 245. Второй навык. Увеличили исцеление с навыка. Было 8%, будет 10%. Увеличили скорость бега под вторым навыком. Ускорение уменьшается со временем. Ульта. Сократили время анимации и бэксвинг. Барца немного перебалансили. Пассивка. Стаки большого парня давали 5 единиц защиты. Теперь от 3 до 6. Увеличивается с уровнем. Ульта. Убрали эффект увеличения урона вместе с размерами тела. Теперь другой эффект. Поглощение цели восстанавливает 20% от максимального здоровья. Наконец, и Минос получает баф. Усилили его способность принимать урон в состоянии ярости. Атрибуты. Добавили базового здоровья. Было 2709, будет 2859. Базовую магическую защиту уменьшили с 10 до 5. Пассивка. Ранее бонус к защите в состоянии ярости рос с уровнем. С 11,5 до 32,5. Теперь будет от 14 до 70. То есть плюс 70 к физ и плюс 70 к маг защите. Просто за ярость. Это отличненько. Грок. Первый навык увеличили физический бонус. Был 80%, будет 120%. Уменьшили перезарядку с 6 до 5 секунд. Джонсон. Ульта. Оптимизировали управление в ульте. Сократили перезарядку. Ранее 53-43 секунды, теперь будет 45-40 секунд. Уменьшили базовый урон. Был 400-600, будет 300-500. Хуфра получил нерв. Первый навык. Базовый урон уменьшили. Было 150-250, будет 50-100. Бонус к урону получил ребаланс. Ранее рос с уровнем от 7,5% до 10%. Теперь будет от 7% до 12%. Второй навык. Уменьшили бонус к защите. Было 50-100%, будет 30-100%. Чуток уменьшили бонус к урону от количества ХП. Было 3,5-6%, будет 3,6%. И, конечно, Роджер, который в этом сезоне рвет мету СНГ, получил нерв. Пассивка. Уменьшили замедляющий эффект в человеческой форме. С 20% до 10%. Ульта – волчья форма. Сильно срезали бонус к защите. Было 40-100, будет 20-50. Тут двоякое чувство. Я опять начал на нем играть, а его нерфят. Обидно. Другие изменения. Изменили пассивный доход голды. Это когда ничего не делаешь, а тебе капает опыт и голда. Поправили индикатор Кимми, который глючил от первого навыка. Исправили проблему конфликта пассивки Наны и ульты Фарамиса. Вместо превращения в кота, Нана воскрешалась, а потом умирала. Убрали цветок, который гоняется за тобой после убийства речного монстра. А на этом все. Немного позже я сделаю гайд на Броуди. Нарезки со стримхаты будут на втором канале. А также можешь подписаться на инстаграм. Я туда выложил фото со стримхаты и несколько фоточек всем полюбившейся Маши. Подписывайся на канал, не забудь проверять подписки на выход новых видео. Удачных боев тебе, друг! Смерть, смерть,